Вот он у нас. Где излом-то? Вот он. Сейчас не видно. Короче, здесь вот по этой самой, по этой щеке кончилось. Сейчас разберем. Да, одной рукой не получится. Да нет, так не больше. Вот если так, то можно заметить, насколько у нас одна часть коленвала отошла от другой. Зазор. Так, тут плохо видно. Вот. Получается, это выступает, это ушла вперед. Вот настолько. То есть у нас коленвал поломался в этом районе. Четвертый цилиндр. Открутить не удается. Шатаны. Тут ключик специальный нужен, звездочка. У меня такого в моем наборе из 150 предметов нет. Это надо отдельно покупать, головку такую. И уже сдавать. Ну, получается, что у нас здесь вот слом коленвала. Клевом пополам кончился.